Серебряный голос России, певец Сергей Пенкин шокирован известием о смерти его коллеги, как по сцене, так и по шоу-пародии «Один в один». Народный сезон 38-летней Юлии Началовой. В субботу вечером, 16 марта, так сложилось, что в день ее смерти вышел в эфир финал «Телепрокта», который по стечению обстоятельств стал последней телевизионной съемкой певицы. Тяжело все это говорить, мне очень тяжело. Как-то не укладывается. Вот недавно общались. При этом у меня дома корзина цветов. Она же тоже водолей, как и я. Она мне подарила корзину цветов на 10 февраля. Мне надо будет их выбрасывать, потому что цветы уже все. Мне страшно, я не знаю, как сделать это, рассказал о своих эмоциях Сергей Пенкин. Певец рассказал, что Юлия постоянно жаловалась, что не может одевать каблуки и испытывает сильные боли. Однажды она даже согласилась выйти на съемочную площадку в милых тапочках с мехом. 38 лет, но она как ребенок была. Наивная, теплая, добрая, вспоминает Пенкин. Что касается ее роли наставника в проекте, то Сергей подчеркнул, что она очень доступна была и понятна своим подопечным. Она еще много могла бы сделать, сказал он в завершение. Ранее Пятый канал публиковал интервью с Эвелиной Блёданс, которая также принимала участие вместе с Юлией Началовой в проекте «Один в один». Народный сезон.